Наступает пора ледостава. Нельзя забывать о серьезной опасности, которую таят в себе только что замерзшие водоемы. Первый лед, он очень коварен. Не торопитесь выходить на лед. Он только кажется прочным, а на самом деле он тонкий, слабый и не выдержит тяжести не только взрослого человека, но и даже ребенка. И огромная просьба к родителям провести беседы и напомнить детям о правилах безопасности и поведении на водоемах в период ледостава и о запрете выхода на неокрепший лед.